Тревожные новости приходят последние дни из Беларуси, и их главным инициатором стал Александр Лукашенко, который заявил, что пограничники Беларуси приступают к усиленной охране госграницы, а также что на специальной точке для запуска и использования выведены такие комплексы, как Искандера, система залпового огня «Полонес». В общем, связано это с тем, что с точки зрения Лукашенко и по его объяснению, вот накалилась обстановка на укра... белорусско-украинской границе. И он опасается, что Украина каким-то образом может посягнуть на суверенную территорию Беларуси. Дежавю, нет? Да, Когда абсолютно. Лукашенко сказал, что он знает, откуда готовится нападение. Но, да. да, но есть разница. Тогда он это говорил Путину, и в общем угу. это выглядело, как какая-то такая постановка смешная. А сейчас да. он действительно выводит какие-то войска, людей, пограничников, Искандеры, сколько бы их там ни было, и что бы это ни значило. В общем, непонятно, что это такое. Для того, чтобы разобраться, мы сегодня обратились к политическому аналитику белорусского независимого Информагентство «Позырк» Александру Класковскому. Ситуация выглядит так. Официальный Минск, военные и сам Лукашенко они рисуют ситуацию так, что вот украинцы вдруг по непонятным причинам зашевелились, там подтягивают тяжелую технику и так далее, с таким подтекстом, что вот-вот нападут. А мы, мол, вынуждены реагировать, поэтому тоже выдвинули там поближе к южной границе силы специальных операций, дивизион полонезов, искандеры, в общем, всю мощь белорусской армии. И э, украинцы, в принципе, подтверждают, что они усиливают оборону на своих северных рубежах. И, в общем-то, когда белорусские генералы делают... Удивленное лицо, то это смешно, потому что украинцы были бы, простите, последними дураками, если бы после вот этой попытки в феврале 22 -го года, блицкрига на Киев, когда именно с белорусской территории пошли наступления российские войска, после этого не укреплять границу, не ставить там мины, ну это было бы абсолютно недальновидно, мягко говоря». Так что все понятно, а думать, что украинцы нападут на Беларусь, ну извините меня, это нужно быть, грубо говоря, совсем отмороженными, чтобы в такой непростой ситуации, когда и так российские войска наступают и с трудом их украинцы сдерживают, еще и на тысячу километров удлинять фронт, нападая на Беларусь. Это было бы безумием, абсурдом. Так что здесь Лукашенко и его генералы, я думаю, они выполняют две... Во-первых, они подыгрывают, конечно, Кремлю, вся вот эта схема, что агрессивный Запад, украинцы. Вчера Лукашенко на торжественном собрании ко дню независимости говорил, что это специально, вот, дескать, наши э, противники хотят растянуть наши войска и потом устроить тут ад. Я не дословно, но примерно э, смысл передаю его слов. Тут... Э, Скорее работает другая схема, что своими маневрами суетой у границы как раз белорусские войска оттягивают часть украинских сил от фронта. Киев вынужден держать все-таки довольно серьезное количество вооруженных сил на северной границе, а значит, меньше их будет там где-то под Харьковом и на других горячих направлениях. Так что вот один момент – это такое подыгрывание Москвы не только в плане пиара, но и в плане чисто военных. А второй момент – Хочу подчеркнуть, что, в общем-то, уже Лукашенко думает о президентских выборах 2025 года, а может быть, даже издвинет их то есть уже всего ничего осталось по политическим меркам. И вот в каком имидже предстать перед публикой? Каких-то весомых достижений, какого-то там образа будущего это, этот режим, это руководство страны предложить не может. И поэтому старые песни о главном, так сказать. То есть Лукашенко – мудрый гарант мирного неба над головой. Вот. И для контраста нужно показать, что вокруг – Враги, которые, как говорит Лукашенко, лязгуют гусеницами, клацают зубами, хотят отчекрыжить пол Беларуси, это на поляков в первую очередь, ну и на украинцев тоже много обвинений сыплется. И вот на этом фоне мудрый правитель лавирует искусно, в то же время, если надо, грозит и ядерным оружием российским, завезенным на белорусскую территорию. То есть вот и сильный, и гибкий, и, короче говоря, без него все мы тут пропадем. Такой посыл пропаганды, и вот это уже начинает раскручиваться к предстоящим президентским выборам. Так что вот... вот вообще, такой... если вот, uh, говорить про то, что происходит на границе, да, вот вы говорите, что uh, наращивание группировки белорусской, и есть очевидно наращивание каких-то сил со стороны Украины, насколько это им носит, uh, ну, крупномасштабный... Характер. Действительно ли там очень серьезное увеличение присутствующей техники, количество солдат происходит за последнее время? Ну, точных цифр назвать я не могу, однако я не думаю, что это такие силы. Которые могут э, нападать с украинской стороны э, понятно, что и мотивов для этого нет, и там не так велика эта группировка. Ну и потом э, белорусская сторона тоже ведь готовилась, там мины ставили эти зубы драконов в каких-то местах. Э, mm -hmm. Из того, что я знаю, выдвинуты силы специальных операций белорусские ближе к южной границе. Но они не так велики, это всего несколько, в общем-то, частей наверное, там 3-4-5 тысяч человек, это все силы специальных операций Беларуси. Но я не, ду не думаю, что всех бросили на украинскую границу. Дивизион полонезов это тоже не так уж много. Так что скорее это просто боевые стойки, чем такая реальная концентрация сил, которая может... Ну, это не тот ударный кулак, который можно использовать для прорыва, учитывая Александр Класковский, политический аналитик белорусского независимого информагентства «Позарк», был нашим комментатором и рассказал, что происходит в Беларуси. Она готовится вроде к нападению со стороны Украины, но, конечно, никакого нападения не будет.